Полумост. Упражнение. Оно делается на спине. Поднимаете таз наверх. Плечи, как бы идете плечами к ногам. Ступни должны быть параллельно друг другу, не надо разворачивать их в стороны. То есть они вот здесь. И потом либо беретесь так, в идеале поплотнее взяться. А еще в идеале поставить тыльные стороны, развернуть руки и приподняться еще чуть выше. И как бы отползать ногами от рук. И вот держите здесь. Потом плавно опускаетесь и к себе вот так ноги.